Я люблю в табуран играть. Это что такое? Это бегать, собирать денежки. Но он не бегает, а по-взрослому серьезно и медленно, шаг за шагом прогуливается с мамой. И устает быстро. Но, несмотря на свою болезнь, сам заботится о черепахе, которая живет у него дома. Вот такая я малипуська. А как да. зовут ее? Как звать ее? Лео. Лео. 6-летний Степа уже перенес операцию. Опухоль удалили. Для спасения мальчика необходимо пройти еще одно обследование и лечение. На сегодняшний день мы прошли лечение. Лучевая терапия в сочетании с химиотерапией. Должны были продлить еще 8 блоков химиотерапии, но отказались, так как у Степана аллергический статус. Мы ищем альтернативные методы лечения и на данный момент связались с Феодосией, там есть биоцентр, где нам предлагают помощь. Ну, там, конечно, паразитарная теория лечения, как бы. Ну, я верю, что там могут тоже нам помочь. Требуются средства, которых у нас нет. На сегодняшний день нам на обследование нужно 30 тысяч рублей, а 21 день курс лечения – около 5000 долларов. Для обычной семьи сумма неподъемная, и только собрав средства на лечение, можно спасти жизнь маленького Степана. Мы надеемся, что мы справимся. Ну, может быть, найдутся люди, которые нам подскажут, что делать и как нам делать, как нам быть. Подарите жизнь ребенку.